кажется, совсем недавно детская школа телевидения открыла двери для школьников, которые хотели связать свою жизнь с работой на ТВ. Робкие и несмелые, но страшно желающие поскорее окунуться с головой в волшебный мир сценариев и интервью, съемок и монтажа. Они жадно слушали напутственные слова инициатора и создателя школы Евгения Морозенко и своих будущих коллег, директора телеканала ОТВ Владимира Наумова и главного редактора Евгения Надиона. И вот, спустя пару лет, ребята сами придумывают, снимают и монтируют программы, которые показывают на самом настоящем профессиональном телевидении ОТВ. И ведь это только начало. В 2013 году, организуя работу детской школы телевидения, ее создатели ставили целью помочь ребятам не только найти дело по душе, но и научиться самостоятельно мыслить и анализировать события, ориентироваться в огромном потоке информации и формировать собственное мнение. Но это сверхзадача. Что же касается непосредственно обучения телевизионным профессиям, цель телешколы – научить детей создавать телевизионные программы самой различной направленности – новости и фильмы, видеозарисовки и ролики. Под руководством опытных наставников ребята учились азам журналистики и режиссуры, съемки и монтажу. И вскоре смогли представить на суд школьных и телевизионных педагогов свои первые работы. Это были попытки освоения телевизионных жанров. Но они показали главное: у юных телевизионщиков есть и способности, и свое видение задач современной журналистики. Благодаря детской школе телевидения в нашей школе появился еженедельный выпуск школьных новостей. Свои знания мы применили на практике. С помощью этого кружка я стал ближе к телевидению, стал много увереннее в себе. За все время занятий я работала в разных должностях, но больше всего мне нравится работать в кадре. И это то, чего мне будет не хватать летом. Узнала, как правильно писать сюжеты, как снимать можно, в каких ракурсах. Легко рассказывают об этом, и оно не выглядит как восьмой урок в школе. Первый раз, когда я пришла на занятия, я попала на тот момент, когда говорили, как правильно брать интервью. Мы развлекались, смеялись, это все помогало. Помимо школьных дел, помимо школьных репетиций, все равно у нас выкраивалось время, чтобы прийти к нашей преподавательнице и позаниматься. Хотел бы отметить, что преподаватели умные и талантливые. Мы сами снимали социальный ролик и мини-фильм. Я никогда не думал, что я займусь видеомонтажом, что это будет так увлекательно. На протяжении всего учебного года я работал за кадром, но в следующем году я хочу попробовать себя в роли ведущего. Уже после первого года обучения две выпускницы школы телевидения стали студентками факультета журналистики Днепропетровского национального университета. Для остальных наступил новый учебный год. Занятия проходили уже в 5 школах Ленинского и АНД районов: 74, 123, 134, 141 и 143. В конце каждого месяца ребята собирались на общее занятие в Доме творчества. Они общались с профессионалами, участвовали в мастер-классах и демонстрировали педагогам и друг другу собственные работы. Они уже не боялись браться за создание новостных сюжетов, программ и социальных роликов. За год они стали не просто юными журналистами, операторами и монтажерами, они сумели стать одной командой. И этой команде дали собственное время на профессиональном ТВ. Путь от школьной скамьи до эфира общественного телевидения был непростым. Работа требовала усилий, напряжения, времени и труда. Это было непросто, но оно того стоило. Ученикам школы телевидения повезло с педагогами. Алина Колосок и Дмитрий Логвиненко не просто учили телевизионным премудростям. Часто в награду за хорошую работу ребятам позволялось повеселиться и даже подурачиться. Они снимали клипы, ходили на экскурсии и пикники. И, разумеется, много работали. Но как бы они ни уставали порой, всегда с нетерпением ждали следующего занятия. Еще один год в телешколе не прошел, пролетел. Новые знания, новые знакомства, практика и первый собственный опыт, которым теперь можно было делиться с другими. Впереди каникулы, но осенью школа телевидения снова откроет свои двери для старых и новых учеников. Кто-то из них больше полюбил журналистику, кому-то по душе пришлось операторское искусство. Каждый из них стал более ответственным, и, конечно же, ими нельзя не гордиться. На протяжении года мы работали как одна команда. Если даже кто-то пропускал занятия, то находились люди, которые всегда помогали, объясняли, в беде не оставляли. Ну, тут мои друзья, тут очень весело,
позитивно. И еще Алина и Дима очень нам в этом помогают. Детскую школу телевидения я привела всех своих друзей. Мы стали для друг друга второй семьей. Аня мне рассказывала, что в школе телевидения много снимают видео, очень интересно, что ходят на природу. Могу сказать с уверенностью, что время, проведенное в детской школе телевидения, прошло не зря. Школа телевидения ОТВ! Мне хватает видео там, где я про скейты рассказывал. Быстрей! То не люди, то дети. Они стали более ответственными, серьезными, ну, в какой-то мере... Пес! Теперь нам мешает пес! Вопросы закончились! Вопросы закончились! Нету больше, все! Нету больше!